ситуации нет. Всем привет! Сегодня мы в роли загонщиков. Так что посмотрите с другой стороны охоты на лося. Чтобы не потеряться. И тем, кто пишет в комментариях, что мы стреляли по кустам, да, Серег? Да мы еще видели. Там просто была листва и лося не было видно на камере. Серега, так что у камеры есть пиксель. Пиксели. Да, и через пиксель не видно. Вот. Браконьеры вы, долго не по кустам. Хватит писать гнусные комментарии. Так что, смотрите, теперь будет охота на лося с другой стороны. Придется вправо! Нет, тональности. Сейчас мы там стоят, подъедут, прижмутся. Красота! Разведка донесла, что в загоне 5 лосей. Так что я думаю, загон пройдет быстро. А вы не переключайтесь, смотрите дальше. О, следы куницы свежие. Вот так вот она, загонная охота со стороны загонщиков. Оп! Приходится лезть по буреломам. Оу! Оп, оп, оу! Старые лёжки лосиные. Ребят, вот впереди прозвучали выстрелы, прошли по загону. Серег, повтори. Были выстрелы, скорее всего, лось взят. Прошли мы сколько? 200 метров. По вот таким вот завалам. Сейчас идем, ждем команды. Сейчас будем выбираться. Что, стоим или идем? Да давай стоим, пока ждем. Че? Вот. Евроидский звук, с тобой все понятно, уже было изначально. Будем надеяться, что взяли. Ты, если он там поляну себе накрыл, уже сидит, закусывает. Ребята, пытаются. Ладно. Сейчас попробую добраться до мест, узнать как. Если сейчас еще хоть один выстрел будет, значит промазали и застрелили просто стрелка. Так что, ребят, тут еще идти нам по загону 2 километра. В прошлый раз точно так же на меня вышел лось. Загонщики были в этом месте, а вы пишете в комментариях, что я мог загонщика застрелить. Я стрелял по ясно видимой цели. Не надо писать такие комментарии. А свисток? Вот. Лося, да, не было видно на камере, но я его отчетливо видел. Вот. Так что сейчас я вам все покажу. Это вот та дорога, по которой мы ехали. А
Вот там вот взяли лося. Сейчас мы подойдем, я вам покажу обязательно. Говорят, что бык. Сейчас проверим. Рассказывать. А, рассказывать. Да не, а что как рассказывать? Вышел? Как шел? Ты как этот следователь? Нет. Я оператор. Оператор? Да. А это ж папа. Это для потомков, для потомков. Ну, для потомков не надо. А что? Дядь Леш, все нормально? Охота состоялась. Желтые папки, смотри. И потом они в этот, доброделали или куда-то там, хуяхну куда-то. Вот такие папки Путин узнавал, блядь, чем ты был нахуй. Вот так же чувствую, как ты все уманули. А вот и Рома. Вот она. Как она? Это он. Добыча. Это он. Добыча. 30 минут. Да, больше, чем этот бык. Там выкрываем лицензию. Да, все, бумаги заполняются. А мы пойдем снимать трофей. Наташка занимается любимым делом, как всегда. Ребят, перчатки я вам могу дать. Спасибо. Во! Хороший бычок. Отсос, тампон. Девчонки какие молодцы. Видал, как держит? Как говорили в начале загона, об кого надо потереться-то? Об кого надо потереться, да? Но не перешло. Я потерся, не получилось. Все, всем удачи. Да. Подписывайтесь на канал. А были? Был, кто отцу подходил. Вот так вот. Да.